С выходом последней новой прошивки на Habsan Zina 2+, мы получили очень интересное бонусное дополнение. Это была расшарена высота 800 метров, то есть с точки старта дрон сможет набрать не 500, а 800 метров, как большие дроны Autel Evo 2 Pro и аналогичные ему. Сегодня мы это и проверим. Погнали! Ну вот, наконец-то выдалась спокойная погода, а не эти свистящие 15-17 метров в секунду. Сегодня заявлено 1-2 метра в секунду, хотя вижу по облакам, что, видимо, поверху все-таки немножко больше дует. Но, думаю, нас эта погода устроит, и мы наше тестирование сегодня проведем. Все перелетные птицы уже улетели на юг, остались только мы. Мы вернулись и сейчас будем делать нашу проверку. Кстати, о птицах. В ближайших роликах о наших дронах я расскажу вам про проблемы, которые могут быть связаны с обледенением летательных аппаратов и дронов в том числе, а также о поездке с дроном в Турцию. Не с маленькими дрончиками, типа мини, мини 2 там и прочих, которые весят до 250 грамм, а с нормальным килограммовым дроном. Поэтому, чтобы не пропустить эти ролики, обязательно подписывайтесь, ставьте напоминания, колокольчик и ставьте лайки. У нас в Сибири уже глубокая осень, но тем не менее снега до сих пор нет. Завтра уже 1 ноября, а у нас все еще тепло. Ну, относительно. Температура воздуха за бортом на улице сейчас 5 градусов Цельсия плюс. Соответственно, отрицательные температуры для нас будут не помехой. Ну что же, ни пуху, ни пера. Вперед, вверх. Refresh to the return point. Please mind the return position. Сотня. Две. Антенки сделал параллельно, чтобы дрон лучше принимал сигнал. Три проехали уже. Пять. Набор продолжается. Мы перевалили отметку 500. Восемьсот! Набрана максимальная высота, пульт сообщает об этом. Altitude.
our return. Landing. Ну что же, с возвращением. Все получилось, 800 есть. Не обманули наши братья-китайцы. Заряд батареи на момент финиша 52%.